Олег Александрович, ну, тяжелый матч, очень болезненное поражение. На всякий случай, ну, вот начать пресс-конференцию, наверное, хотел бы со слов, которые сказал Альберт Багацкий, когда комментировал этот матч, он сказал, что наша команда на самом деле не такая слабая, как сегодня Киев заставил ее выглядеть. Вот, может быть, начнем с того, чтобы прокомментировать эту фразу. Согласны, нет? Еще бы хотелось на это надеяться. Опять же, если бы можно было не приходить, не пришел бы на пресс-конференцию. Просто, кроме как провалиться со стыда, больше нет вариантов. Все, что могу сказать, отвратительная игра. Я давно не помню, чтобы одесская команда, да и вообще не помню, чтобы одесская команда дома при своих болельщиках так играла. Просто нет слов, чтобы найти какие-то оправдания, я их искать и не буду. Просто хочу извиниться перед болельщиками, вот, поблагодарить их за то, что они все равно пришли. И хочу поблагодарить их за дальнейшие игры, тех людей, которые не будут переставать в нас верить. Мы не опустим руки, мы будем работать, и от себя лично могу обещать, что такого больше не повторится. Все, спасибо вам. Желаю удачи в следующих матчах. Спасибо.